Во дворце спорта Борисоглебске прошел турнир по эстетической гимнастике «Виктория». После завершения зрелищных и грациозных выступлений глава Раменского городского округа Виктор Неволин обратился к гимнасткам и их тренерам с поздравлениями. Награду достоились гимнастки и их наставники. Замечательное событие, которое называется «Праздник спорта». Праздник, в котором участвуют наши замечательные дети. Дети, которые в самом юном своем возрасте постигают, что такое красота, что такое грация, что такое спорт, что такое труд и что такое победа. Этому помогают тренеры. Тренеры, которые вкладывают душу в каждого из вас, в каждого растущего будущего чемпиона или просто человека. Помимо спортивных достижений, именно тренер формирует в вас такие качества, как трудолюбие, таланты и обязательно ответственность. Раменские гимнастки защищают честь округа на многочисленных соревнованиях как всероссийского, так и международного уровня. Такой замечательный праздник. Нам очень хочется отметить наших выпускниц, которые закончили спортивный клуб «Виктория», и те, которые уже на протяжении многих лет защищают честь России на международных соревнованиях, становятся неоднократными чемпионами мира, Европы, международных соревнований, за что получили звание «Заслуженный мастер спорта». А сами гимнастки в этот день поблагодарили своих наставников, которые долгие годы обучали их и тренировали. Главная составляющая, почему мы здесь, и почему детки каждый год приходят, тренируются, у них горят глаза, и почему родители ежедневно, ежегодно приводят все равно своих детей, потому что виден результат, душа и любовь, которые эти люди вкладывают в детей. Не, все загадали. Желаю, чтобы все вы стали олимпийскими чемпионами! Ура! 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 А за это выпустим шарики. Сергей Дружинина и Антон Карташов для программы «Городские вести».